А тут вот такой вот счетчик попался. C6807. Кожух пластиковый. Здесь стояли пломбы. Вот одна еще болтается. Вот так вот он выглядит. То есть там он клеммы. '94 год. Почему решил его показать? Смотрите. Так, как он тут открывается? Нижняя часть снимается. Здесь вот прикручивались провода. Входящие, выходящие. И верхняя крышка. Ну, как бы видно, что он электронный. Здесь вот латуневые. И вот так вот, если присмотреться, вон, видите, там зелень мелькает. И вон еще. Плюс желтенькие. Микросхемы, само собой. То есть такой счетчик довольно интересный. Плюс еще вон резисторы есть. Два штуки. Ну там надо год смотреть. Скорее всего, не проходные уже. Микросхемы могут быть хорошие, некоторые. Ну, сейчас верхнюю часть вот эту сниму. Покажу, что там. Так, все. Вот я вытащил из кожуха целиком вот эту часть. Здесь вот латунь, надо будет потом разобрать, вытащить. И вот, что есть на плате. То есть вот 4 км. F. Ну, они одинаковые все. Потом вот желтенькие вот эти кремочки. Раз, два. И тут вот еще 3-5 штучек. Светодиоды здесь уже внутри белые. Ну и микросхемы надо посмотреть. Вот эти вот, если год, например, 91-92, крайне маленькие вот эти две, они внутри 100% желтые. А вот эти вот 140-е белые. Вот. 161 серия. Ну, микросхемы тут, видите, 93 год, 94. Вот с таким вот значком производителя часто бывают желтые. Вот это вот с треугольником всегда белое. Вот эту вот нижнюю тоже надо смотреть. Бывают желтые. Мне даже вот так, если честно, кажется, что она немножко видно, что желтая. То есть он-то тоже, вероятно, всего, а может быть и нет. Все, разобрал полностью счетчик. Давайте посмотрим на результаты. Так, весы. В общем, светодиоды оказались желтые. Оставил. Так, в общем, вышло вот немножко меди с него. 20, почти 2 грамма. Вот эту штучку разбирать не стал. Она как внутри металлическая, если бы была. Ну, бывает, ударишь молотком, она раскалывается пополам, там смотать еще можно. Это не хочет. Так, теперь латунь. Эти тоже латунные. Боктики тоже латунные. В общем, там все было латунное. Еще вот. Так, ну вот, по латуни вышло 164. Микросхемы все белые. Вообще все, даже маленькие.
Резисторы. Ну, что-то резисторы, мне кажется, нормальные оба. Хоть и 93-й год, но смотрите, как блестят. Я их открыл, посмотрел, думал, может, какого-то такого цвета будет непонятно. Вот, ладно, сейчас уберу латунь и взвесим КМ-ки. Ну и зелененькие КМ-ки. Общая группа. Вес 1,35. Сейчас уберу. И вот желтенькие. Маленькие. Полграмма. Чуть меньше. Магнитом их не проверил. Магнитится. Сейчас еще разберу вот эти вот платы, поснимаю с них. На них есть на всех ПМ-ки. Сейчас посниму, покажу платы и, ну, в общем, покажу сейчас. Хочу вот показать еще, смотрите, какая микросхема попалась. Я ее раскусил. Видите, внутри видно желтенькая. Ну, как бы плохо через камеру видно, но видно. Микросхема Sharp Z80 CPU. Я так полагаю, это от компьютеров типа Spectrum, только импортных. Вот. Ну и платы с КМ-ками. Вот, давайте посмотрим. Вот это вот, конечно, классно. Радиолюбительская плата. Смотрите, как она щедро напичкана. Видите, тут самопальное все. То есть вот три КМ-ки. Тут маленькая, большая, маленькая рыжая, большая рыжая. Здесь вот две. Здесь одна. И тут одна. И вот две, три даже вот. Маленькие рыжие. Транзисторы все МПшки. Многие даже отрезать не стал. Как были новые, так и припаял, походу. Вот. Дальше. Вот это так вот попалось на приемке. То есть три КМ-ки и транзистор вот. Девятьсот шестьдесят первый, что ли. Так, дальше. Вот эта плата. Это плата от приемника. Тут вот две КМ-ки, но они такие большого такого размера. Это не дэшки. Это 75-й год, четверочка просто стоит и все. При штучке. Потом вот такая вот ламель желтая. И вот транзисторы, она прям в земле. Это ребята, у них металлоприемка. И они тут что-то им надоело этим заниматься. Решили просто вывести на блошиный рынок и продать часть плат. Ну, я вот эту вот забрал. То есть вот раз, два, три, четыре. Четыре маленьких полевичка. И вот две микросхемы. Тут уже ни название, ничего не разобрать, поэтому не будем рассматривать. Потом вот такая вот плата. Тоже вот КМ-ки. Маленькие вот три. Побольше. Три. И вот еще две. Три. И две рыженькие. И один. 14-й. 53-й. Конденсатор. Ну, он как бы, по-моему, неприемный. Микросхемы вот такие. 92-й год. Это 89-й. Еще вот одна большая. Это
тоже не 53-14, тоже непроходная. Так, ну вот из этих микросхем вот это вот 100% желтая, даже видно он уже. Но остальные надо отпаивать, раскусывать, смотреть. Видите, как бы вроде белые. Колодки тоже белые. Так, вот такая вот плата. Тоже вот КМ-ка, микросхема. Домики. Вот полевичок стоит. Вот он. Четыре транзистора. И вот это вот был радиоприемник. Здесь тоже, смотрите, 315 вот рыженьки. Они здесь все хорошие, потому что год старый, 70-е года. Вот полевичок вижу один. Вот еще три. 315, вот еще два. Все, с этой стороны вроде все. Еще вот эту вот надо разобрать. Там бывает тоже одна бескорпусная КМ-ка стоит. Так, тут что у нас? Тут вот у нас одна большая КМ-ка. Тоже 75-й год. А вот еще одна четверочка. Две. Так, тут полевичок белый. Ну и вроде все. Да, вот оплата, которая была тоже с теми КМ-ками, это вот от этого радиоприемника. В общем, сейчас все поскусываю, подпаяем. Ну, посмотрим, сколько чего получилось. Ну так, все, поснимал я. Вот осталось две платы. Вот эти. На них микросхемы только остались. Все остальное снял. Столько получилось вот транзисторов с бочонками. 315-х вот. Вот КМ-ки. Вот рыжих 5 штук. Зеленые. И две вот с такой маркировкой. Непонятный. Эх, отдельно, в общем, собираем. Так, это вот бочонки, та плата, которая вот в земле была, там, я так понимаю, импорт был, но остальное наше, все с длинными ногами. 5 вот этих КМ-ок, это с приемника. Вот мы начнем сейчас с них взвешивать. Большие такие. Интересно, сколько они весят. Маркировка у всех одинаковая. Четверочки. Одна весит 0,84. Штучек вот 3,28. Ну и все, все остальные сейчас зеленые сюда закину. Двенадцать, 28. Здесь кремок с счетчика нету. Вот большая КМ-ка 76-го года, 1,15 грамма, маленькие. Бывает 4 грамма. Ну, те две я не буду взвешивать. И вот такая ламелька.